Сегодня крыс угощу кукурузкой. Вот такое интересно соображать, что с ней надо делать. Казимирушка, иди, смотри, Сава что-то нашел. Смотри, что нашел Сава. Сообразите, что с этим всем делать надо. Что это не игрушка, а еда. А? Или думаете, что это игрушка? Слышите запах, да не знаете, где он, да? Разворачивайте. Упаковочку так драться не надо. Смотрите, кукурузки две. Кукурузки две, смотри. Савушка, кукурузы две. Одна тебе, смотри, одна тебе. Одна тебе. Всем хочется побольше, которая, да? Которая побольше. Надо тебе разворачивать. Разворачивать. И драться только ни в коем случае. Всем хватит. Твоя кукуруза. Казимирушка хочет в клетку запереть свою большую кукурузу. Ну, давай. Что понесешь? Работы на полдня, да? Казимирки работы на полдня. С этой не справился? Думаешь, может, с этой справишься? Что, вы просите у меня, чтобы я развернула кукурузку, да? Просите, чтобы я развернула? Ну, идемте разверну. Идемте разверну вам кукурузку. Сейчас разверну. Куда понесешь? Ну, давайте поиграйтесь пока немножко. Ну что ж, сразу... разворачивать. Опа. Поиграйтесь, надо же делом позаниматься каким-нибудь. Труд облагораживает не только человека, но и крысу, да? Потрудитесь немножко. Что, Казимирка, будешь творить с ней? А сейчас быстро развернешь, да? Казимирки там уже работа идет. Смотри, уже обнаружил Казимир, что там зернышки есть кукурузные. Только не надо идти, иначе сейчас драка будет. Набери вот, вот кукурузы, смотри. Иди бери вот. Казимирушка там уже все нашел. Молодец. Молодец. Савушка, ну ты давай трудись, не ленись, давай распаковывай. Давай, а в следующий раз покажем, как вы распаковали, как вы кушаете.